Меха для того, чтобы соприкоснуться к этому великому дню для истории нашего города. Что сегодня вы им скажете? Спасибо. Дорогие ветераны, дорогие студенты, организаторы мероприятия, наши уважаемые гости. Я с удовольствием вижу вас сегодня в зале и очень рад, что наш ВМ-мех сегодня принимает такую представительную делегацию. Сегодня отмечаем великий праздник, праздник полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. ВМ-мех, созданный в 1932 году как оборонный вуз, принимал активное участие в Великой Отечественной войне, в обороне Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны и блокады ВМ-мех разделился на две части. Часть вуза была эвакуирована в город Пермь, где работала над созданием новых образцов артиллерии, боеприпасов, миноторпедного оружия. И практически вся крупнокалиберная артиллерия времен Великой Отечественной войны была создана конструкторами, технологами, выпускниками ВМ-меха. Очень много было создано новых видов вооружения в области связи, радиолокации, систем взрывателей. За это ВМ-мех получил орден боевого красного знамени, который мы гордимся. И всего два гражданских вуза Советского Союза и Российской Федерации имеют такую высокую боевую награду. Вторая часть наших ВМ-меховцев осталась здесь, в осажденном Ленинграде, и продолжала работать. Такой достаточно интересный факт, что ВМ-мех подготовил одну из первых в истории Великой Отечественной войны группу диверсантов, занимаясь подрывным искусством. Здесь работал экспериментально-опытный завод, который производил боеприпасы. На первом этаже ВМ-меха находится этот завод, который полностью функционировал. Преподаватели, сотрудники ВМ-меха жили в аудитории, в аудиториях ВМ-меха, в частности в 217-й аудитории на втором этаже, и несмотря на все ужасы блокады, продолжали свою деятельность. Сегодня время достаточно сложное. ВМ-мех, как и был, остается оборонным вузом. Мы продолжаем готовить кадры для обороны нашей страны. В ВМ-мехе сегодня более 82% специальностей носят оборонный и закрытый характер. Мы готовим конструкторов, технологов, специалистов по военному производству. И мы глубоко убеждены, что помимо образования, большое значение в вузе имеет воспитательная работа. Встреча с ветеранами, те воспоминания, которыми делятся ветераны, тот опыт, который передают ветераны, он позволяет воспитывать патриотически нашу молодежь, а разработчики оружия, защитники нашей Родины не могут быть нормальными защитниками без хорошей воспитательной работы. Сегодняшнее мероприятие посвящено юбилейной дате, но мы почти каждый год празднуем и День Победы, и День артиллерии, и День ракетных войск, День космонавтики. И всегда отмечаем День снятия блокады Ленинграда. Среди преподавателей, работников ВМ-меха сохранились, становится, к сожалению, все меньше и меньше, но мы бережем, ценим и радуемся, что сохранились еще свидетели тех ужасных дней и того ужасного времени. Блокада Ленинграда является и для меня личным праздником, глубоко личным, потому что и дедушка, и бабушка мои были в осажденном городе, участники обороны Ленинграда. И я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет хорошим воспитательной традицией для наших студентов, для наших выпускников, потому что все мы надеемся и убеждены, что наш город будет стоять, наша страна будет развиваться, а обороноспособность нашей страны
так как мы всегда поддерживали, так и сегодня надо держать достаточно крепко, потому что международная обстановка достаточно серьезная, и без серьезной оборонной техники страна наша не будет существовать. Поэтому я поздравляю всех ветеранов с этим святым днем, замечательным днем, великим днем. Мы вас всех помним, знаем, любим, ценим и считаем, что передача той информации, тех заслуг, тех ужасов, героизма новому поколению, молодому поколению вы должны продолжать. Я поздравляю нашу молодежь, потому что вы тоже продолжатели наших традиций. И желаю вам светлого будущего, мирного неба, но всегда помнить о тех ужасах войны и поддерживать безопасность нашей страны. Я благодарю всех, кто сегодня пришел, и еще раз поздравляю с днем полного освобождения блокады Ленинграда. Спасибо.